Это Гимн Таиланд. Да, вот только что был в Таиланде. Не знаю, мне там что-то не понравилось. Что-то хочется все время домой. Ну да ладно, начнем сегодня школу. Чали-ча. Маленький искатель. Как всегда придут... 8 ученики. Которые принесут... Ой, которые... 5 приметов. Будут искать, кто худший получит... Машинку. Из которой едет в страну, которую будет он худшим. Лучший получит сюрприз. Лучшего худшего будет определять Маркус. Так, первый пошел. Кау Джонсон. Так, вот твои 5 заданий. Желтый другой экран, бронские музыканты. Робо-бол. Девочка слушает радио, зиккураты, пирамиды. Желтый 3D экран, вот он. Бронские музыканты. Вот он. Девочка, слушай радио. Wanna play a game? Зиккураты, пирамиды. Зиккурат и пирамида. И пирамида. Молодец, справился с заданиями. Следующий. Зак Моррис. Вот твои задания. Баю-баюшки, баю. Лето, лего, фигурки, 6 штук. Я тебя стестри, сверблюд, ну погоди. Баю-баюшки, баю. Баю-баюшки, баю. Не ложися на краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Баю-баюшки. Лего-фигурки, 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И где шестая? Вот. Я тебя стресс, вот он. Верблюд, вот он. Ну погоди, вот он. Молодец, Зак, справился с заданиями. Борзингис, тут нету Янниса. Нет тут никаких Яннисов, вот твои задания. Ладно. Белый дом 2 раза, оранжевая птица, страсти, рай, Гена Чебурашка, девочка кормит рыбок. Белый дом 2 раза, 1, 2. Оранжевая птица. Тебе взяла.
страсти, рай, вот он. Гена, иди бурашка, Гена. Невинно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью вдали будем делиться, и упирается прямо в небоком. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. И чё, бурашка? Я был когда-то странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет. Девочка кормит рыбок. Wanna play a game? Press the buttons with the blinking arrows to control the game. Ладно, Парзинги справился с заданиями. Следующий кто? Смурфи. Вот твои 5 заданий. Тать Махау и Эйфелева башня. Песенка Винни-Пуха, Лего-тракт и полицейский грузовик. Девочка катается на роликах. Филипп Киркоров. Тать Махау и Эйфелева башня. Тать Махау и Эйфелева башня. Песенка Винни-Пуха. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает утро. Идет с этим трам-парам, на то оно и утро. На то оно утро. Уж на реке я спала, коня его зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает. Такого не бывает. Недавно гость к нам всегда приходит по утрам. Лего-трактор и полицейский грузовик. Лего-трактор и полицейский грузовик. Вот и вот. Девочка катается на роликах. Филипп Киркоров, вот он. Так. Следующий кто у нас? Зайчик Питер. Вот тебе задание. Песенка Мышонка. 11:14. Колокольчик, цифра номер 8. Давай мультики посмотрим. Песенка Мышонка. Одиннадцать 14, вот он. Колокольчик. Перемена, перемена. Ой, я иду искать этого Яниса. Ты куда пошел, Порзингис? Минус 1 балл, Порзингис. И кролик Питер, минус 1 за смутьянство. Цифра номер 8. Вот. Буду ли я сегодня лучшим?
cannot foretell now. А, не буду, хочем. Давай мультики посмотрим. После урока, ладно? Так. Кролик справился с заданиями. Кроуши, Зарбик. Вот твои 5 заданий. Домино, уроки любви, спи, моя радость. Медведь под купол, кашу. Домино. Вот они. Уроки любви. Вот он. Спи, моя радость. Медведь под куполом, вот он. Кашу. После урока, каша. Так, ты справился с заданиями, Ферби. Наруши. Бальтазар, брат. А скажите, кто будет? Ну? Вот твои задания. Вот, давай скажи. Песенка Умки 2 раза. Калькулятор. Чемодан с флагами. Антошка, сидя копилка. Песенка Умки 2 раза. Калькулятор, вот он. Чемодан с вагами, вот. Антошка. Синяя копилка, вот и. Все, я справился. Молодец, брат, справился с заданиями. И последний. Финн. Вот твои задания, Финн. Котя, котенька. Николь, Кидман, телефонная будка, веселая девочка, зеленый антистресс. Котя, котенька. Николь Кидман, вот он. Телефонная будка, вот он. Веселая елочка.
Так, почему вы танцуете на классе? Борзингис, минус 2 балла. Финн, минус 1 балл. И брат, минус 1 балл. Зеленый антистресс. Вот. Так, мы справились с заданиями. Теперь Маркус выберет, который, кто из вас сегодня был худшим. Кто получит машину и будет ездить целую ночь. Ездя машину будет это Питер и брат, я скажу. Ну чё, кролик, будем ехать по очереди, да? Да. Давай. Ну, кто же был лучшим сегодня? Лучший был Порзингис из Закморис. Вау. Почему Порзингис? Он уже минус 2 балла получал. Я с первой сказал, тоже было минус 2 балла. Что получает лучший? Порзингис, вот тебе антистресс и Закморис антистресс. Вау, мы выиграть будем! Круто. Итак, заканчиваем школу маленький искатель. Следующий буду я с Мурфиком. Школа с Мурфиков.